Всем привет! Вот только что буквально прокатилась с такой горочки. Это у нас так скользко. Это кошмарики, кошмарики. Мне пришлось опираться о заборчик этой соседочки нашей. Где-то искала, за что можно ухватиться. Иначе бы я бы точно полетела бы. Было бы очень смешно и забавно. Проэкспериментировала. Первый выход мой в сапожках новеньких, не красненьких. Оказались тепленькие, но оказались скользкие. Да, тут дороги. Я не знаю, чем они посыпаются. Говорят, что посыпают. На самом деле у меня такого нет ощущения. Тут не используется ни песок, ни соль. Я не знаю конкретно, чем они посыпают. Какое-то химическое вещество какое-то. Ну, что-то, что не вредит шинам. Такое, что-то. Но оно непонятное. И у меня постоянное ощущение, что тут скользко. Вот. Вот иду, схожу на пляж. Уже темнеет, конечно. Это я только могу 4 часа идти на пляж. Пока кушать приготовила. Так и есть. И денечек пробежал. Короткий световой день, это, конечно, все сказывается. Ничего не успеваешь. Вот нашла. Вот чем-то посыпают. Это не песок, не земля. Непонятно, что это такое. Как это называется, я не знаю. Мальчишки, если знаете, напишите. Да, а вот у нас еще Новый год. И Новый год, и Старый Новый год. И... Похоже, китайские мы еще встретим. Ну так вот, прикольно. Так что тут вблизи нашей улочки. Еще не убирали даже. И такой котик сидит красивый. Смотрит на меня, а я на него. Кис-кис-кис-кис-кис. Нет, он не понимает русский точно. У него рукой кис-кис. Кис-кис-кис. Наши коты уже реагируют на мою кис-кис. Вначале нет, но долго добивалась. 2 месяца точно. Потом начали уже понимать, что кис-кис – это их зовут. Вот, наконец-то я добралась. Уже почти стемнело. Наверное, полчаса шла вместо 10 минут. Подойду сейчас, послушаем шум волн. Зимний шум. Пообщаемся с фьордом. В тишине лучше, я думаю. Такими гранулками посыпается вот дворы, такие местные дорожки небольшие, проезжие части, наверное, чем-то другим точно посыпается, а вот местные вот нашла чем.